Ура! Наконец-то! Дайте мне речь сказать. Полетели. Слышно. Сейчас прикинь, еще Гарпун возьмет и тебя заберет. Я пошел красть машину. Обама. Ну, Обама, другой Обама. Так, все, начинается войну. Битва строителей. Стоп, воду включайте там. Да. Мы должны же плыть на яхте. Воду включайте. А, мы плыть будем? Да. Стойте. Так, в сегодняшней битве строителей, которая будет длиться тоже 2 часа, как обычно, вы будете строить самолет. Да. Ура! Наконец-то! Самолет, ну там, мама, с механизмами, там, турбинами, ракетами, чем хотите, короче, да? Теперь расходимся по всем командам. Все будут, все зрители будут, ну, зрители будут оценивать декор и как вы вообще построили механизм. Какие зрители? Ну, канал. Это типа главное, чтобы летало, да? Ну да, в конце будет воздушная битва, так что приготовьте пушки. И еще кто-то меня столкнул с яхты, и я упал в море. Все? Стойте, я сейчас салют не спустил. Хорошо, хорошо. Он запустится на моей базе, потому что мне его лень поворачивать. Запускаю. Я слышу. Всё, так, все, начинайте строить. Время я смотрю. Вообще, ну, короче, стройте, да, просто. Я сейчас к вам довезу камеры, чтобы за вами следить. Прям как будто в Россию. Так, все, начинаю смотреть. Сондер начинает с круга. Дальше. Мати. Боже, у меня что-то летающее делает. Дальше. Обама. Ну, Обама, другой Обама. А пока вы не поймете, что строит. Самолет строит. Обама начал смотреть Америку. Дальше, кот. Кот делает круг из дерева зачем-то. И удаляет его. Чтоб не спалили. Так, дальше. Дальше я вот тут у сеньора. Сеньор тут делает какую-то магию. Это логично. Теперь я через этот 10 минут снова сюда прихожу. Буду сейчас АФК стоять, меня не трогать. Через 10 минут подхожу и смотрю, что у вас получилось. Все. Ёй. Да приходи ко мне всегда, я тебе чайком угощу. Делай что хочешь. Чайком? Давай. Где ты? Давай. Чайком со слабительным. Сейчас давай тебе сделаем. Первое, давай тебе подарю парочку. На тебе тыкву. Не надо. На тебе тортик. Отпусти. В дорогу тебе. Нет. Отпусти, мы так нечестно. Сейчас, мы вам еще конфетки подарим. Иди строй свою. Оно просто мне мешать будет, я не смогу летать. Сейчас двигатель сломается. Сейчас, погоди. Убери тортик хотя бы. Ай. Куда мы? Так, все, я начинаю смотреть, сейчас к вам тоже приду. Это что такое, летающая тарелка или что? Ну, какое-то межгалактическое устройство. Ну, точно не самолет. Ема, у кого-то уже каркас как нормальный. Ну, ладно, я пойду дальше. Так, кто механизм начал строить? Нет. Я каркасом еще даже не закончил. Это что такое вообще? Вот это что за труба? Это не труба. А что это? Это кабина. Кабина? Да. Ладно, что-то тоже межгалактическое, похожее на самолет. Так, дальше у нас мать идет. Это же ты самолет решил, да, строить все-таки? Да, но что-то не особо. Да, тут что-то не так было. Ладно, начал строить большой самолет, но он еще должен будет воевать в конце. Что от размера мало чего зависит. Дальше у нас идет Обама, который мне вкусняшки подарил, которые я не хотел. Ага. Ой, нет. Всегда рад. Так, а у тебя что тут? Только платформа пока что? Ну тоже грубая, да, и маленькие колесики. Ну понятно, что это круг, но зачем? Кот. Передняя часть. А, ну вы начали с декора, а не с механизмов. Ну ладно. Ну, лучше, механизмы в конце надо вставлять. Ну ладно. Ну да. Ну просто нам можно было сначала каркас, а потом все это, как сондер. Ну вот я каркасом сейчас занимаюсь. Ладно. Мне интересно, кому подходят ну, в общем, сервере, кому подходят рандомы и говорят «Привет, ты знаешь Ургеймса?» Да пусть. Да. Ко мне не подходили. Мне я написал, знаю, мне... мать, ты как-то связан с Ургеймс? Мне тоже мне пишет чел, офигеть, это кот, офигеть, добавь меня в друзья, пожалуйста. Вот, да. Связан с Дакнетом?
Так, сейчас я хочу посмотреть просто, что вообще все в общем строят. Тут у нас инопланетная тарелка у Сондера получается. У кота я даже не знаю, что такое, потому что кот уже полчаса просто круг строит. Самолет, ладно. У меня он странный. Ну, самолет, ну просто вот это колесо ты лучше закругляйся, потому что реально 30 минут еще не доделал. Ну просто чтобы успел, а не было не закончено. Дальше. И тут тоже самолет, но только странной сферой наверху, не знаю зачем. Вот тут реально просто обычный-преобычный, самый необычный, ой, самый обычный самолет. Стой, дай машинку покажи, любого. Нет, это, ну, ладно. Все, я успел скриншот сделать. Ах ты! Все, это твоя машинка. А, я понял, что ты хотел сделать, ну ладно. Так, а тут что? Реально любовая машина. Ну зачем? У тебя сейчас, знаешь, если ты так их подкрутишь, у тебя как сердечко получится. Да я знаю. Угу. День Святого Валентина, который уже прошел. Ну ровно сделай. Да блин, я же не клон делал! Я АФК стою, не мешать. Я пошел красть машину. И ко мне ее приведи. Нормально. Он зафиксировал ее. Блин, фигово. Он ее зафиксировал. Делай скрины, отправь мне в ЛС. Стой. Ты мне, если можно, тоже. Сейчас прикинь, еще гарпун возьмет и тебя заберет. Я скрести. Машину оставь в покое, я ее расфиксирую. Я буду смотреть самолеты. Дай сидушку. Не нажимай на кнопку. Я ее удалил. Да я и не хотел нажимать, я уже 500 раз на нее нажал. На. Что? Ты знаешь, что ты мог натворить? Машина могла взорваться из-за того, что ты на кнопку нажал. Ага, я уже 500 раз задержал. Ладно, начинаем смотреть. А что, он тут постоянно стоял, да? Сеньор. Нет! Он за 2 секунды так бац, знаешь, как атомный. Красиво, очень. Сондер, я жду твою летающую тарелку, и чтобы на ней были пушки. Так, у сеньора 0 успехов, хотя успехи есть. Да, успехи есть. Он добавил квадраты и 3 каких-то веревки. Зачем, не знаю. Веревки? Это голова дракона. Это не голова дракона. Так. Да пофиг. Дальше. Ты поторапливайся, просто уже прошло бы 40 минут. Ой, блин. Я так и забыл, что нужно сделать. Так, дальше у нас тут что? А, ну ладно, строй. Я мешать не буду. Все, я буду сидеть в машине, а АФК 10 минут. Я, короче, сейчас полечу на самолете с гарпунами, возьму его машину. Просто он, надеюсь, это не слышал. Этого? Уха? Так он сказал, не фиксирование. А, ой. Оставит. Ай, бо. Тише. Принеси мне вторую машину, если там она есть. Ща-ща. Полетели. Все, едь за картой. Стой, вот прямо. Я же говорю, едь ко мне, пожалуйста. Дай мне скрины сделать. Стой. Ты знаешь, где его оставил? Слишком жизненно. Мама оставила. Так, где точки? И вот ты же сейчас такой придет. Я ресетился. Все, я там все убрал, я ресетился. А ты скрины сделал? Только не говорите то, что это я. Окей. Я сделал. Да, он не знает. Да, он как будто не знает. Да, он же... Скажите то, что... Время сидел, слушал нас. Скажите то, что это баг. Типа, вы видели твою машинку, как она летала в этом? Точнее, по карте летала. Таджикистан полетела. Да. Вот так вот скажите. Да. Может, его позвать? Согласен. I'm gonna fuck around like T.U.S. Warner. Мне кажется, нужно музычку включить. Почему? Что-то грустно, скажите. Кто это сделал? Скажите мне просто, кто мою машину удивил? Мы сами видели, как твоя машина улетела. Чего? Кто это сделал? Скажите просто мне, чтобы я его на куски порвал. Машина весит. А, у меня же запись была включена, я могу по записи посмотреть. Все, я начинаю смотреть постройки, дайте мне посмотреть. Ну все-таки прикольно, я тебе гарпун взял. Так, вот тут круто вообще. Летающая тарелка очень круглая, классная. У Сондера получается. Дальше кто у нас? Ой. Чур не я. Ты улетел. Ну, ты ничего вообще не изменилось. А почему? 10 минут прошло. У кого? У тебя.
У меня изменилось. Что? Смотри, у меня стенки у меня появились. У меня еще появилось для окошка. У меня появилась вторая нормальная стена. Ладно, ладно. Или это ты мой муж? Ну, ладно. Раз, так, дальше у нас кот идет. Что кот сделал? 9, 10, 11. Кот, позарабливайся. У тебя... Ой. Че? Раз, два, три. Кот только пропеллер сделал. Ну ладно. Только поторапливайся времени. Ну ладно, обрез. Посмотрим. Я только хотел сказать в обрез. Дальше. Осталось только Мати и Обама. Ну, другая Обама, не тут Обама. Ну, он. Прям под глаза, да? О, дверь. Ты сделал дверь, только да. Она такая вообще. Что она не работает, она без. Она без. Ну, она скользит, да. Я знаю, как механизм сделать. А пушки будут? Ну. Конечно, как... только их надо спрятать. Ну, ладно. Ты видишь, у меня вообще такой процесс. Дальше у нас Мати. У меня тоже есть пушки. Кто довезет? Стой, и... можешь меня подвезти до Мати? У меня конфеты кончились. Да. Это же место. Ух, да. ух, иди сюда, стой. Иди сюда, я тебе покажу. А, ну давай. Магистр. Что? Ну вот пошли со мной, станем у берега и посмотрим на другую постройку. Шли туда, на там берег, там. Ну я понимаю, что ты хочешь? Смотри, видишь там, да? Видишь? Что там вижу? Ты хотел, чтобы я тебе доставил, да? Да. Да блин. Не получилось, да, меня в космос запустить? Так, можно я вас пользоваться? Ну ладно, останетесь у меня в раб. Да, ну ладно, я вот так вручную залечу, гораздо быстрее будет. Чтобы у нас кто-то вылетел. Внутренний декор тоже должен быть? Конечно. Ну как хочешь. Это потом зрители будут оценивать. Ух. У нас Сьор вылетел. Ф. Рипнулся. Ух. Хочешь шутку, которую придумали, пока тебя не было? Давай. О, давай, моя? Короче, если ты упадешь в воду, ты станешь ухой. Чего? Все ржали мои шутки. Хи-хи-хи-ха. Так, это значит, ты, да, придумал? Я не уха. Ну, он, да, придумал, он, да. Я не уха. Сега! Ух, это в другом смысле имеет. Типа, ух, ну, типа, ну, когда, ну, я, ну, когда все круто. Давай ты будешь тут стоять и поддерживать нас. Он обещал, но не обещал. Видишь, какую, а? Да не. Ну, ладно, буду вас поддерживать. Ну, да, вдруг кто-то опять тюк крадет. Так, Сондр, я тебе пришел мотивацию притащить. Вот! Мотивация. Так, все, я начинаю смотреть ваши постройки. Прошу 10 минут. Я буду. Первый код будет. А, вот, у тебя тут пропеллер все-таки закончил и начал строить корпус, наконец. Давно уже. Ну ладно. Сколько минут там осталось? А. Да еще полтора часа. Нет, вы что, 40 минут. А, фух, нормально. Так, Мати, пускай меня в команду. Да, пустил. Ну, как сказать? Почему задние крылья такие длинные? А, так и надо. А. Это разработка военная новая. Обамы. Сейчас, погоди, я все еще. Так, Обама, я пришел к тебе, чтобы смотреть на твой паровозик. Это школьный автобус. Паровозик. Ты решил свой самолет космический переделать в это, потому что тебе было лень, да? Вообще лень. Я уже закончил. А он летать может? Да! Может, декор доделаешь вот тут, ну, круглое, чтобы было. Ну, попытаюсь сделать, пошли полетаем. Ой, а как? А стрелять может хотя бы? Ну, что? Там странно немного. Летающий школьный автобус. Так. А, вот теперь да. А, чтоб я забыл к последнему зайти, к Сондору. О, летающая тарелка. При запуске ровно вспомнил. Стой, можно? Я хочу открыть люк этой тарелки. Открой! Ну что, тарелка сломалась. А пушки сделаешь, кстати, Сондор? Кстати, Сондор, ты мог своего вот этого робота построить, который у тебя тут на плече. Ну ладно, решай свою проблему, но только про пушки тоже не забудь. Ну вот, я вернулся после того, как прошло 10 минут вроде бы. И что? Ты уже 20 минут. 20 минут? Да, 20 минут. Ну, спорный вопрос. Я тебя успел бомбардировать. Пускайте меня в свою команду, и я иду смотреть постройки. Так, ну, что у нас? Кукурузник готовится. У вас осталось 20 минут, если что. Так что, кот, поторопись, пушки поставь. И все это. Я уже все поставила. Кот, реально? Я хочу пока в другой построить немного. Немножечко другой, типа. Кот, ты закончил свой самолет? Я буду полагать, честно. Да, вообще лагать. Теперь иду к Сондору. Ну, кот, поторапливайся. Сейчас реально успехи. Ого. А, Сондор делает механизмы. Очень. Ну, нормально. Мне кажется, там Сондор какие-то гипермеханизмы строит. А там не, он делает, чтобы вот эти штуки задвигались. Это. Так, о, спасибо. Спасибо за подарок. О, такой же, какой тебе был. Так, захожу сюда тогда. Ну да, я немножечко оформил. Ну, оружие поставил. Как там, кстати, у тебя? Можно полетать. А, да, без проблем. Ты будешь первым тестить. А, да, там пушки, дофига пушек. Правда, ты случайно стрель.
Спасибо, что ты меня даже летай. Летаю. Там отвалилось. А у меня турбина трое отключилась. Жизненно. Мать, так не должно быть, турбина отвалилась. Сейчас я ее закреплю, короче. Стоп. Ускорители привязаны на F. Это тоже на F. И когда я выделяю пушки, то я отключаю турбины. Сейчас у нас слетел Обама, слетел еще сеньор, и у нас осталось 3 участника, да? Ну тогда начинаем обзор на все летающие объекты. Так, получается, я могу стрелять из пушек, летать, а как сбрасывать вот эти штуки? Там от первого лица там кнопка красная у тебя в салоне. Ну, в салоне. Ну, внутри, короче. Салоне. Вот, нажал и типа сбросились бомбы, да? Ну я там на земле да, был, там, поэтому если не что, очень. Внутри, да, все, я рассетаюсь. Так, мне кажется, люк должен закрываться, да? А куда ты нажал? А вот тут, на крышке люка можно нажать. Все, залез. Нажимаю повторно на кнопку. А вот, НЛО может вот это, убрать свои опоры и включить их. Надо во время полета их убирать. Да-да, со мной, конечно. А как летать-то? Ой. Ой. Ой-ой-ой. Я сальто на НЛО только что сделал. Испортил я немножко. Давай, Сонда, ты лучше покажешь, а то я тут двойное сальто сделано на НЛО. У нас на очереди еще кукурузник остался. Мы его потом посмотрим. Сондер, давай, показывай, что умеет твоя тарелка. Открывать и закрывать шлюз. Ну, это я уже сам тоже посмотрел. Так, ну, может вот это задвигать подставки. И может летать, только ты тоже переворачиваешься. Ну, ладно, так. Вот, взлетает тарелка. Ну, почему там у тебя парашюты, шарики в небе над летающей тарелкой. Ну, ладно. И стрелять из пушек. Ну, только стрелять в меня не обязательно. Ну, и вон ты улетел куда-то. А ты где? Реально, как будто летающая тарелка такая летает надо мной, если бы шариков и парашютов не было. Ну, посмотрим, как ты будешь справляться в бою тогда. Так, тогда заново загрузи свою тарелку и лети на ней ко мне на базу. Очередь кота. Можешь кот заново загрузить свой самолет? И мы его посмотрим. Ну, я там сзади где-нибудь сяду. Да давай, лети уже. Птичка. Я тоже посмотрю. А, ну давай, смотри. Ну, во-первых, ты над декором постарался. Все, меня надежно укрепил кот своими сильными руками. Давай, полетели. А стульчик заморожен. А, ну все, давай. Показывай, что он умеет, и рассказывай. У тебя ноги как колеса там внизу. Он умеет летать. Ну, это понятно. Он умеет стрелять. А пропеллер он крутить может? Нет. А, пропеллер не работает, да. Ну, он сломался, да, кажется. Да. Тоже на телефоне, да? Останавливается он очень трудно. Так, ну, получается, мы посмотрели все самолеты, и сейчас будет битва. Начинается битва. Ой, ну ладно, бомбы тебе не нужны. Начинаем? Нет, не начинаем еще, подождите. Сейчас начнется... Дайте мне речь сказать. Сейчас начнется битва из 3 летательных аппаратов, которые будут драться, не все. Так, ну что, начинаем через 10, да. Потому что сам Сондер перевернутый. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, начали. Кукурузник тебе додавал военному самолету. Так, ну я что? Просто немного в кап постоял. Летающая тарелка этот. Немножко взбесилась. Летающую тарелку уловить невозможно. Ладно, что тут у нас происходит? 2 самолета решили сначала. Да мне кажется, тут вообще невозможно ничего. Ну самолеты же это. У нас же нет пулеметов ПВО. Что там с Сондером творится, посмотрите. Это дождаться, пока у кукурузника топливо закончится, и потом напасть. Ах ты! Я ты крыса! Будешь выжидать? Я крыса. А ну да, у кукурузника топлива мало. Вот оно и кончилось. Как раз таки. Все? Да. Ну ты сам у него обычная да? ракета. Сдавайся, кот, пока можешь. Сейчас кот, будет сдавайся. Минус кот. Не, давай. Просто сдавайся. Пусть он проиграет. Ладно, да я добрый не буду. Добрый? Я несу в мир добро. Ну разобью тебя сейчас. Стоп, у меня завис ты робот. Ты знаешь, что сломал? Ты мне сломал уголок на крыле. Стойте, перестаньте драться. У меня вылетел робокс.
Все, начинается битва, да? Через 10. Разлетайтесь. 9, 8. Боже, как лагает-то. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Все разлетаются, ладно, начинается битва, и два самолета дерутся с друг другом. Кот, ты эконом топливо, а то тебя этот опять, как в прошлый раз, врасплох застанет. Бывает, да. Было дело. Летающая тарелка тоже пытается что-то сделать, но не может. А кто-нибудь может врезаться в эту летающую тарелку? Она просто перевернется вообще. А нет, это ты перевернешь. Лучше то Сондра не таранить, потому что у него лагучая тарелка. Ага, потом твоя эта лагучесть. Видишь, мне летя вылетит. Это космическая болезнь. Лагучесть. Может быть. О, по кукурузнику попала тарелка. Кукурузник сбит. Кукурузник на земле. Серьезно? Да, мы ракету сломали. Да, тарелка подбила кукурузник и добивает его большой самолет. А нет, мимо. А вот теперь не мимо. Кукурузник уничтожен, моя камера отправлена в космос. Бедный кукурузник. Дальше. Большой самолет до сих пор живет, и они дерутся с летающей тарелкой. Кто же из вас победит? Это бесконечная битва. Не бесконечно. Если ты в него врежешься, потом взорвешь. Давайте, делитесь кто-нибудь, кого-нибудь. Это невозможно. Ну тогда остановись, пусть он тебя уничтожит. Это типа, а, все, ты тарелку подбил. Ты отцепил тарелку от этого, от шариков, и она не может летать. Ну, типа я выиграл? Нет, ты уничтожишь сначала тарелку. Эх, бедный Сондер. Прям полностью. А, нет, не все. Тарелка не уничтожается. Сверхсекретная технология. Тарелка бессмертная, вы чего? Тарелка... Ой, блин. Я тарелка, давай, привет. У тебя же крест... А, кресло водителя. Ладно, ничего. Ты тарелка сейчас бьет тобой. А тарелка тоже может драться же. Ну, конечно. Может. Ну, я сбил, типа, можно сказать. Нет, ты не победил еще. Тебе нужно... Блин. Нет, тарелка еще жива, тарелка еще жива, Сондер еще жив. Сондер вон там стоит внутри. Давай. Так. Последний выстрел, и Сондер будет на конечной остановке. Да. Да. А, Сондер все, проиграл, но у него летающая тарелка осталась. Да. Да. Он типа проиграл Сондер. Сондера нету в тарелке. Я могу сейчас тарелку добить. Добивай. Сондер умер. Я добил тарелку. Нет. Да, подписал. Ну ладно, все, ты победил. Ура! Фу. Это было неудивительно. Я, кстати, вполне живой. У меня пропеллер крутится, ура! Так, ну что-нибудь хотите сказать в конце? Да. Ну давайте. Подписывайтесь на канал и ставьте. Всем привет, с вами Угень. Да. Всем пока уже. Мы уже закончили. Пока. И в конец. Ставьте лайки. И в конец заспавню яхту. Всем пока.